сейчас приехала в монастырь, который находится на 16-й фонтана дачи Ковалевского. Сейчас вышла с маршрутки, и, конечно, воздух здесь на фонтане, он особенный. Мы уже с вами побывали сегодня в районе Дюковского парка. Там что-то или горело, или что, какой-то гарью пахло. А здесь такой хвойный воздух, морской. Конечно, очень приятно. Это считается такой, ну, если можно так сказать, элитный район. Тоже Одессы. Здесь у людей дачи, ну и дома, в которых они живут. Но в основном это, конечно, частные. Я вторая половина дня уже. Ну, монастырь я посмотрела, работает до 9 часов. Думаю, даже уже есть вечерняя служба, поэтому успею. Вообще, когда много свободного времени и днем не ограничен, я стараюсь приезжать с утра. Но сейчас у нас все деньки расписаны. Сейчас пойдем, помолимся. Переулок Монастырский. Здесь также находится дом малютки. Вот я сейчас проходила его объявление, что требуется медперсонал, медбрат, медсестра, тот, кто делает массажи. Одесская семинария. На территории Свято-Успенского монастыря уже зашли. И у меня есть тоже видео. Плейлист называется «Храмы и церкви Одессы». И там мы долго вот гуляли здесь по территории. Показывали. Заходили в храмы. Здесь, конечно, на территории очень спокойно, очень благостно, чисто, красиво, облагорожено. Первый зайдем в этот храм, там вот кладбище посетим, и этот храм сейчас тоже открыт, в него зайдем с Божьей помощью. Батюшке Ионе Одесскому. Кто-то из вас, возможно, его помнит, к нему приходил. Его могила здесь. Даже хлебушек лежит на могиле. Я не знаю, это или для голубей, или для чего. Здесь покоится архимандрит Кукша. По годам такой молодой, умер годы, видите, жизни 1974-2020. 46 лет. А здесь тоже могилка, и написано, что Кукша Одесский. Святые мощи его находятся ныне в Свято-Успенском храме монастыря. Преподобный отче наш Кукша и все святые, молите Бога о нас.
зиму эти цветы заносят в оранжерею. Сейчас выставили коллекция кактусовых. Такой морской хвойный воздух здесь вот просто по-хорошему пьянящий. Святое место, благодать Божья. Желаю вам ангела-хранителя. Что вот в этот храм заходили первый раз. У нас очень сильная жара, и видите, вот цветочки, кустики, все выгорает. Благодарю вас за внимание. До следующих видеопрогулок. Ангела-хранителя и Божьей благодати. Основан монастырь в 1824 году. Украинская православная церковь, Одесская епархия, Свято-Успенский патриарший мужской монастырь. По этому переулочку, если спуститься, мы в прошлый раз спускались, можно прямо к морю, на станцию Большого фонтана, 16-ю. Там раньше лифт был. Так он назывался, монастырский, монашеский. И монахи им пользовались, спускались к морю. Но потом там было оползень, обрушение, и сейчас уже мы спускаемся просто не лифтом, а по склону. Также хочу вам рассказать, что я открыла канал в ТикТоке, он про Одессу. Публикую фотографии старой Одессы и также видео современные, поэтому у кого есть ТикТок, кто им пользуется, подписывайтесь. Внизу я оставлю название. И также, если вы еще раз хотите просмотреть видео об этом монастыре, я оставлю ссылочку, когда мы были в прошлый раз. Вот здесь идешь, и аллея платанов. Пока-пока.